Re, viss ēters ir te. Эпидемиологи и медики не перестают напоминать о важности вакцинации, которая позволила бы остановить распространение COVID-19. Но жители Латвии не особо спешат делать прививку. По данным Национальной службы здоровья, накануне были привиты чуть более 11 тысяч человек. При этом абсолютное большинство получили вторую дозу, более 7 тысяч человек. Как сегодня в передаче «Рита Панорама» отметил премьер Кришинис Кариньш, он против того, чтобы финансово мотивировать людей прививаться. Я немного сомневаюсь в том, что правительство будет платить людям за то, что они вакцинируются. Мы скорее будем смотреть с другого конца. Это преимущество для привитых, которые есть и будут, и что может быть недоступно для тех, кто не вакцинирован. Не исключено, по мнению премьера, что в определенных сферах нельзя будет работать без прививки. Как пример, глава правительства упомянул профессии, представители которых работают в тесном контакте с людьми. Медики, педагоги, полицейские, работники центров соцухода. Однако никаких решений по этому вопросу пока нет. Отмечу, определиться с возможными дополнительными стимулами для вакцинации кабинет министров планирует на следующей неделе.